Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Far Cry Primal. И мы сейчас находимся в нашей деревушке. Какие у нас есть задания? Очень интересно с ними ознакомиться, собственно говоря. Значит, форт Большой Дарвы, захватите этот хорошо защищенный форт Удом и сразитесь с предводителем. Я не знаю, на самом деле, это сюжетное задание или нет. А также у нас есть охота на кровавого бивня, охота на большого шрама и охота на ледоволка. В предыдущем выпуске мы с вами охотились на саблезубого тигра, на кровавого клыка вроде как, но он забаговал и не совсем, конечно, круто получилось, да? Ладно. Давайте-ка мы посмотрим, кто у нас может предложить задание в деревушке, собственно говоря. Ты. В моей старой деревне люди строят тотемы духа, следить за Винджа. Я послать Винджа ставить новый тотем, но он не вернутся. Ты идти к холму, помогать ему. Тотем духа. Отлично. Давайте мы тут с вами все задания соберем, какие только есть, чтобы было попроще. Таткар, охотник Винджа, идти к костяным пещерам, искать еду для деревни. Его много солнц нет, ты идти искать пещеры, помогать ему. Хорошо, без проблем поможем, какие вопросы могут быть. Речная вода делать Винджа больными. Ты лечить реку Такар, чтобы воду пить можно. Гнилая река. Столько всего, обалдеть можно. Также у нас еще здесь есть какое-то задание. Все задания, какие только есть, мы с вами давайте сейчас соберем. И уже от этого будем отталкиваться. Потому что по поводу квестов основных и побочных я здесь не совсем все понял. В общем, квесты, которые вот здесь можно найти, они побочные и к основному сюжету, как таковые, вроде как не относятся, но я не могу точно сказать, да, но это только предположение. Какие у нас здесь есть еще задания? Давайте мы изучим с вами места, скажем так, для заданий. Вот есть задание здесь, рядышком. Это кто у нас тут расположен? Тут у нас, по-моему, вот этот вот воин одноглазый. Можно с ним попробовать поговорить. Вдруг он нам чем-нибудь интересное, какое-нибудь задание даст крутое. Слишком много мамонтов умирать на севере. Удам их убивать. Ты ехать на мамонте, брат. Костяные деревья рушить, зверя защищать. Раздавить удам. Какое-то страшное задание, чересчур, по-моему. Ух ты, тут смотровая вышка, на нее можно залезть? Да, реально круто! Блин, реально кайф просто. Ладно. Еще какие тут у нас есть квесты? Тут, я уверен, много квестов есть различных. Называются квесты из раздела «Бери, не хочу». Что тут можно прокачать? Какие можно прокачать здесь места? Шкура мамонта? Нет, шкура мамонта у нас нету в достаточном количестве. К сожалению, к большому. Может быть, здесь можно прокачать что-то? А шкура барсука не хватает. Понятное дело. Ладно, давайте мы с вами поспим до утра. В любом случае, потому что ночью здесь делать совершенно нечего. Тут такие грозные суточные границы, так сказать. Ночью тут лучше по карте не ходить. Это реально жесть, дорогие друзья. Поэтому лучше даже и не обращать внимания на все это безобразие. Так. По заданиям. Что у нас получается по заданиям? Где у нас хижина Сейлы? Вот она у нас хижина Сейлы. Мы можем у нее какое-то задание взять? Мне вот это вот очень-очень интересно. Так, вот она у нас, Сейла. Ману, тихий человек. Он знает все, что Винджа делают в деревне. Ну, спасибо. Ничего нового она мне не сказала.
Хорошо. Деревня. Ну, тут, в принципе, ничего особенного так и не прокачаешь. Так что ничего новенького нету здесь. Карта, изготовление, навыки. Навыки. Вот у нас много навыков накопилось, да, в данном случае. Можно, в принципе, еще одну ячейку здоровья. Давайте мы сделаем. Почему нет? А потом, если неподалеку есть древесина, камни и другие материалы, то они будут у нас отображаться на карте, то нет, не совсем то, что надо. Вы автоматически забираете добычу во время совершения быстрого убийства. Это тоже не камильфо совершенно. Скорость смены оружия с помощью специальной кнопки намного выше. Ну ладно. Так, эффекты от пищи длятся дольше гораздо. Это совсем не круто. Удерживайте прицеливаясь, чтобы отмечать врагов. Ну, это, по-моему, тоже лишнее. Ладно. Вы напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какой бы из навыков вы хотели, чтобы я прокачал. Мне очень интересно ваше мнение. Теперь что получается на карте? На карте у нас какие задания есть активные, которые надо выполнить по-любому? Воин Каруш и также собирательница Сейла. Давайте мы выберем собирательницу Сейлу, пожалуй. До нее нам идти сколько? Ой, что-то нам до нее долго, 1,5 километра топать надо до нее. Представляете себе, давайте мы телепортируемся из вот этого фаст-тревела до нее. Я думаю, это будет достаточно быстро. Меня удивляет тот факт, то, что мы раньше не нашли от нее задание. То есть оно как-то вот так вот спонтанно появилось сейчас. Мы с ней поговорили, и вот это задание вот, бац, и появилось неожиданно совершенно. Ой, ёлопала, осторожно. Ой, как же это стрёмно. Давайте мы нашего позовем Саблезубого тигра. Как-то без него даже совершенно скучно получается, да? Иди сюда, мой лапушка. Иди сюда. Вот, вот так вот, хорошо. Молодец, умница. Так, там что-то возбудились племена сторонние. Так, движемся. Осторожно. Ну, в принципе, не так уж далеко до этого квеста идти, если так вот ехать на саблезубом тигре. Даже достаточно близко. Я вам скажу! Осторожно. Ладно. Почти приехали. Почти приехали. Вон ее задание. Причем я почему-то метку поставил совершенно не туда, куда надо. Я не знаю, по какой причине. Осмотрите пещеру костей в поисках пропавшего охотника Винджа. Следы охотника. Хорошо. Ладно, давайте мы найдем этого охотника. Так, пещера по логике должна находиться где-то здесь. Ага, вот у нас следы специальные. Ну, по сути, где-то тут должно быть все это дело, да? Вот, они куда-то идут, вот в этом направлении. А, вон они куда идут. Хорошо, ладно. Идем в этом направлении. Выживание в холода. Северные пустоши холодны и негостеприимны. В вашей текущей одежде вы не протянете долго и быстро замерзнете насмерть. Чтобы выжить, разводите костры и грейтесь у них. Кроме того, ищите материалы для изготовления более качественной одежды в меню изготовления. Вот он, значит, как, да? Поехали. Поехали, братиша. Тут костер должен быть где-то. Ого. Вот он, значит. Пещера костей, друзья. И что в этой пещере костей? Ну, по крайней мере, тут нашему персонажу не холодно. Офигеть, что творится?
Так, осторожно. Кушай. Ты же мой хороший. Кто там стонет-то? Ты лечить меня! Такар, спасибо. Еще тигра вокруг. Берегись, Такар. Ох. Шкуру, да, давайте возьмем, потому что это нам понадобится, так или иначе. Подождите, я запутался. Все следы ведут к нему. Но других зверей я тут не вижу, в принципе. А вот теперь слышу, да? Ага, все верно. Ух ты, ёлы-палы! Что происходит-то? Куда он делся? Так. Куда-то делся, слушайте. Быстро убежал так причем. Я его даже не успел поймать. Так, тебе надо покушать, братюнь. Он здесь где-то. Прекрасно. Звалили саблезубого этого. Вернитесь к охотнику. Ну почему нет? Конечно же вернемся. Спасибо, брат. Я вернуться позже. А вот интересно, а какие же тут получается сюжетные задания тогда? События Винджа. Нет, ну это совершенно не камильфой, скажу вам. Что у нас здесь получается по карте? Воин Каруш рядышком есть на карте. Значит, надо задание выполнить его. А также есть охотница Джейма. Сигнальный костер. Я предлагаю в первую очередь его тогда открыть. Давай, кушай. Молодец. Так, иди сюда. Вот отлично. Освободите оставшихся Винджа. Ну давайте. Почему нет? Поле опыт нам дают все равно за это все дело. Так. Иди сюда. Ну, эй. Тебя надо оседлать, братюнь. Далеко нам? Ой, далековато нам до места. Чуть не садится. Что такое? В
Иди сюда. То есть пока он у нас не личный, на него нельзя сесть, да? Угу. Теперь можно. Пойдем. Кострище вот это надо завоевать, для того, чтобы у нас был открыт fast travel, так называемый. Оу, щи-щи-щи-щи-щи, осторожно. Двигайся. Так, мы его сожрали. Ой-ой-ой-ой-ой. Осторожно. Ой. Давайте вот это сделаем. Готов? Прекрасно. Опыта, конечно, не так много за это дело дают, но все равно приличное количество. И новые жители к нам пришли. Так. Получается, да, мы к воину Карушу направимся. О-хо-хо-хо, не то. Так, иди сюда, братюнь. Все время проблема с тем, чтобы на него залезть. Говорю ему, давай залезай. Он на него не залезает, почему так? Давай уже. Ладно. На карте мы, в принципе, отметили. Ой-ой-ой, осторожно. В принципе, мы тоже достаточно быстро передвигаемся с помощью зелья скорости, по этому поводу можно даже и не париться. Хо-хо-хо, осторожно. Тогда уж лучше где-то вот здесь пойти. Территория дикая, заснеженная, поэтому персонажу достаточно опасно здесь передвигаться. Буквально каждый шаг нужно контролировать. Аванпост логово Тварши. Нет, мы на этом месте задерживаться совершенно не будем. Просто потому, что это достаточно опасно. И, наверное, вот эту гору надо обойти, может быть, нет? Не знаю. Попробуем забраться для начала. Посмотрим, как здесь все дело с этим обстоит. И еще один крюк. Великолепно. О, обратюнь нас уже тут ждет, да? На, кушай. Поехали. Ой, тут еще мамонт. Лучше его обойти стороной. Причем не один мамонт. Ой-ой-ой, аккуратно. Аккуратно и осторожно. Вот, мы находимся рядом с заданием. По идее, где-то здесь.
Защитите мамонта, оседлайте его и раздавите охотников удом. Хорошо. Мамонт исследовать за тотемами удом. Надо разрушить тотемы. Хорошо, это куда идти надо? Сюда, да, куда-то? Дойдем. Почему нет? Благо, все рядышком находится. Под рукой, прямо скажем. Осторожно. Готов. Так, их здесь не так уж и много осталось. Хорошо, что мы прокачали с вами легкость метания копий. Вы передвигаетесь верхом. Ну, отлично, чё. Спасибо. Ладно. Сюда, да? Наверное. Мамонт, конечно, это животное достаточно жесткое. Ништяжьте костевые деревья удом. Ладно, и я не против совершенно. Ой-ой-ой. Где у них тут костевые деревья-то? Вот рядышком. Вот так. Классно. Другое дело. Ну, просто будем следовать маркерам, которые установлены. Не понял. Как? Скажем же, что где-то здесь это дерево есть. Нет, нет, здесь ничего интересного совершенно. Может, просто нужно их постройки здесь поносить? Типа того? Я даже не знаю, на самом деле. Ага, все, понял намек. А здесь есть что-нибудь такое? Осторожно. Ну, давайте попробуем с этой стороны пойти. Ну, мы тут разгромили у них все по полной программе просто. Жестко совершенно. Вот, все правильно. Еще вот это осталось. И вот это еще можно. Осторожно. Вот же, мы же все сделали. Вот правильно. Вернитесь на мамонте к его стаду. Это интересно.
Давайте попробуем, почему нет? Ты идти, Маланд. Давайте мы погреемся чутка. Ох ты, а у нас нету древесина. Прочная древесина. Представляете себе? Но в принципе здесь заданий как таковых и нету, да? То есть можно телепортироваться в главный лагерь и там уже непосредственно отогреться. По квестам очень даже интересно получается, но вот единственное, чего не понимаю, как определить, какой квест главный, а какой квест, соответственно, второстепенный. То есть этого я не совсем понимаю. Но игрушка, конечно, играется просто великолепно. Давайте мы с вами тут все возьмем. Что нам нужно? Потому что мы много с вами ресурсов тратим на заданиях. И однозначно все, что здесь появляется, нам необходимо. Очень интересно. Ну что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и... пока.